24 октября сотрудники финансового управления администрации Каспийска провели рейд по выявлению правообладателей, не зарегистрировавших свои индивидуальные жилые строения. На этот раз проверка была проведена по адресу линия 29 микрорайона Кемпинг. В прошлом году также проводились рейдовые мероприятия на данной улице, где были даны разъяснения владельцам о том, что на следующий год эта улица попадает под капитальный ремонт и о необходимости постановки на учет своих домовладений. На сегодняшний день из 13 незарегистрированных домовладений только трое поставили на кадастровый учет. Администрация города Каспийска делает все возможное для улучшения качества жизни людей в муниципалитете. В связи с этим заместитель начальника финансового управления города Каспийска просит уклонистов зарегистрировать свои дома и выплачивать налог вовремя. Информация о незарегистрированных объектах будет направлена в управление по Республике Дагестан, так называемое управление Росреестра по Республике Дагестан. Информация о незарегистрированных объектах будет направлена в Управление Росреестра по Республике Дагестан, а также налоговую инспекцию для принятия соответствующих мер. Отметим, что проверка проходила совместно с ведущим специалистом Управления экономики Каспийска Идрисом Амирхановым. Кроме того, в ходе рейда гражданам были вручены уведомления о правилах регистрации и ее необходимости для собственников.